А им ставят эксперименты на нелюдях в ряде исследовательских центров в этом районе. Теперь, когда у нас появилась поддержка, можно попытаться попасть в один из них. Я хотел бы ознакомиться с их исследованиями. Отличная идея. Мы ограбили одну из их крупнейших лабораторий на северо-западном побережье. Архив Олимпия? Впечатляет. Нам как раз было интересно, кто там все разгромил. Спасибо. Данных мы достали маловато, но, может, в этот раз повезет больше? АИМ строят базы в тихих городках, в глухих местах на западе страны. Мы полагаем, что там они используют местных нелюдей в качестве подопытных. Не могу поверить, что все это происходит прямо под носом у властей. У них есть связи в Вашингтоне и контракты со всеми крупными корпорациями. АИМ 5 лет укрепляли свои позиции. Будет не так-то легко их свергнуть. Ну, с чего-то придется начать. Мы должны сражаться за правое дело. Когда-то я знал Мстителя, который выражался точно так же. Добро пожаловать в Венчур Ридж в Вайоминге. Здесь АИМ собирала нелюдей до того, как построили тюрьмы. Когда нелюдей сюда привезли, большую часть мирного населения эвакуировали. Сейчас в городе разве что патрули АИМ можно встретить. Есть. Остерегайтесь патрулей АИМ. Едва ли они будут вам рады. При удаче мы сможем перехватить данные о том, что они делают с вашими людьми. Высылаю координаты здания. Опасайтесь патрулей. Спасибо за помощь. Хочу что-то для вас сделать. Когда вокруг была полная безнадега, меня поддерживали мысли о вас. Раз есть сопротивление, значит, у нас есть шанс. Теперь, наконец-то, ситуация складывается в нашу пользу. Думаете, мы сможем найти доказательства того, что АИМ мучает нелюдей? Покажем им. Наконец-то! У меня уже кулаки чешутся. Значит, все это время вы втайне создавали сопротивление? Я не собирался этого делать, по крайней мере, в начале. Многих из нас сразу же схватило АИМ. Как только мы поняли, что нас никто не спасет, мы вырвались и принялись за дело. Обычно в исследовательских лабораториях используют специальные клетки. Их держат неподалеку от места, где проводят эксперименты. Не спрашивайте, зачем. Джарвис, есть идеи, что нас ждет внутри? Как только будем внутри, я смогу провести сканирование и узнать, что за технология тут использована. А
Одному из членов сопротивления неподалеку от вас требуется помощь. За работу. Теперь ты в безопасности.
Это один из складов оборудования АИМ. Стоит заглянуть туда, если сможете открыть дверь. Осторожно, это может быть ловушка. Я молодец! Thank you.
Доступ разрешен. Все, что найдете, ваше. Кажется, это пока все. Неподалеку от вас находится элитный боец Аин. Уничтожив его, вы можете обнаружить что-нибудь полезное. Будьте осторожны. Сказочке конец.
дело! АИМ запустила аварийные протоколы. Кажется, тут не принимают посетителей. Я напишу им ужасный отзыв. Нужно разобраться с постом охраны. Все пошло не по плану. Что нам делать? Если уничтожить трансформаторы на верхнем этаже, двери лифта должны открыться. Отлично. Один есть. Один остался. Они нас размажут. Сегодня просто в ударе. То,
что надо. Посмотрим, что там. Значит, вы тоже были в тюрьме? Зачем вас схватили? Вы же не из нелюдей. Тарлтон считает угрозой любого, у кого есть способности. Они сделали так, чтобы я не мог использовать свои силы. Перестроили мою физиологию, чтобы я умер, если буду менять размер. Простите. Куда теперь? Судя по записям, секретная лаборатория в конце коридора. Рядом должен быть ящик с оборудованием. Неподалеку от вас хранилище АИМ. Стоит проверить, что там. Спасибо, дружище. Идеально. Я молодец. Воин знают, что мы тут. Так что готовьтесь к неприятностям. Сегодня просто в ударе. Пора!
Отлично. Кажется, это пока все. А им здесь. Точно там, где нужно. Мне почти что удалось проникнуть в сеть АИМ. Они что-то прячут. Следите за войсками АИМ. О, мы проследим. Прошу, Джарвис, скорее. Я спешу в рамках возможностей моего процессора, сэр. Девчонка ранена! Еще один агент убит. Еще один противник убит. Ближайший корабль. Он готовится к отправке. Мне нужно то, что находится на этом корабле. Доберитесь до него, пока он не взлетел. Обхожу протоколы безопасности. Ожидайте. Остановить взлет корабля. Не знаю, получится ли, но я могу попробовать подменить пункт назначения. Отличная мысль. Попробуйте перепрограммировать его так, чтобы он отправился в муравейник. Похоже, мы вовремя. Доберитесь до тех терминалов, чтобы дать мне доступ к их сети. Нужно перехватить управление всеми тремя, чтобы подключиться к навигационной системе. Осторожно, а им попытается вернуть терминалы обратно под свой контроль. А им снова захватили терминал. Пожалуйста, разберитесь. Мы потеряли одну точку доступа. Верните ее. Yeah.
потеряли одну точку доступа. Верните ее. Аим вернула точку доступа. Потеряли одну точку доступа. Верните ее. Пора на боковую. Он взлетает. Джарвис, скажи, что все получилось. Мы опоздали. Они нас заметили. Отлично. Возвращайтесь, и будем разбираться с этими исследованиями АИМ. Что ж, все пошло немного не по плану. Нам удалось добыть ценные образцы для исследований, однако АИМ оказалась куда сильнее, чем я предполагал. И они держат в плену столько нелюдей. Мы должны их остановить. Я согласен с тобой, Камала. Однако нам нужно время на перегруппировку. Когда Тони доберется сюда, на Химере, будет гораздо проще начать наступление. Хорошо. Но дольше ждать нельзя. Так, возвращайся в Муравейник. Там обсудим наши дальнейшие планы.